Ну что ж, мои хорошие, всем вам привет! С вами снова Фокси Браун, и сегодня мы продолжим вспоминать классику MMORPG и разбирать игровые классы в PvE. В прошлом ролике мы стали разбирать человеческую расу и разобрали все билды на воина. А сегодня наконец-то доберемся до магов, и я постараюсь максимально просто и понятно рассказать о данном классе. Начнем с того, что маг очень интересный класс. В принципе, я люблю магические классы, так что и маги с ПВ тоже в числе моих любимчиков. Но стоит сказать, что они являются очень простым и понятным классом, поэтому играть им может быть достаточно сложно. Однако при этом маг все же обладает рядом весьма значимых плюсов, но об этом по порядку. Для начала, выбирая мага, стоит понять для себя, что поначалу, пока вы будете осваивать данный класс, вы можете часто умирать, так как у мага попросту мало хп и мизерная защита от физурона, плюс невероятный долгий каст навыков. Но позже есть вероятность превратить мага в невероятную крутую машину для истребления всего вокруг. Ведь в отличие от многих других классов, маг тут и вправду может наносить колоссальный урон. Начнем, пожалуй, как всегда, с игровых билдов мага и разберем их по очереди. Первый билд — это интовый маг. Кстати, такой маг достаточно распространенный. Я бы даже сказала, что он классический представитель данного класса. Если вы хотите его прокачать, то вбрасывайте статы силы только под оружие, которое хотите надеть, а все, что остается, бросайте в интеллект. В итоге получаем персонажа с огромным магическим уроном, но маленьким хп и посредственной защитой от физурона. Короче говоря, прокачивая такого мага, всегда таскайте с собой хирки на хп. А лучше обзаведитесь карманным хилом, который будет играть с вами и в случае чего захилит и воскресит вас. Ну и само собой не забывайте, что у интового мага основная экипировка — это само собой роба. Второй билд — это лайтовый маг. По сути, все то же самое, но с учетом того, что теперь для лайт эквипа нам понадобится сила и ловкость. Ну а все, что остается, все так же вкачиваем в интеллект. Данный вид мага более живучий и может уже неплохо противостоять игрокам ближнего боя и даже лучникам за счет более высокого показателя физзащиты. Но само собой магический урон у него уже будет поменьше. Третий билд — это хэви маги. Тут вы каждые два уровня вкачиваете 6 статов в интеллект, 3 в силу и 1 в ловкость. Само собой, в этом билде у вас побольше живучести и, соответственно, больше шансов выжить во время фарма, если вдруг вы согрели много мобов. Да и в PvP есть и шансы на выживание. Далее я могла бы рассказать, что есть еще коновый маг, гибридный маг и другие, но все эти билды либо не особо популярны, либо не подходят для новичков. Так что, пожалуй, я их опущу и не буду забивать вам голову лишней информацией. Однако для тех, кто все же находится на стадии выбора билда, скажу, что заточка хэви снаряги дает больше всего бонуса к хп. Лайт дает меньше прироста, а роба и того меньше. Что же касается стоимости экипировки, то лайт самый щадящий в этом плане, а вот интовый маг в робе обойдется вам в копеечку. Ну а хэви маги вовсе потребуют 2 комплекта вещей, так что он у нас самый дорогой, вот и выбирайте, что вам больше по вкусу. Кстати, если среди вас есть знающие маги, то поделитесь в комментариях, кто какой билд использовал. В завершение хочется также напомнить, что основное оружие мага — это его заклинание. Вы, конечно, можете попробовать заковырять противника посохом или мечом, но поверьте, что ни к чему хорошему это не приведет. Магическое оружие создано для увеличения магической атаки, то есть силы заклинаний, а не для физического урона, как у некоторых классов. Но в целом, смело берите персонажа под свое управление, прокачивайтесь, экспериментируйте и ничего не бойтесь. Помните, самое главное — это получать от игры удовольствие, а не ходить туда как на работу. Кстати, если вы тоже приверженец классического ПВ, как и я, то заглядывайте на сервер, где я и сама поигрываю. Ссылочка на него будет в описании. Там высокий онлайн, стабильная экономика и, что самое главное, настоящий классический ПВ. Ну а на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Спасибо, что смотрели данное видео. Всем вам желаю приятной игры, услышимся в следующих роликах. Поки-поки.